Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня зайдем мы в магазин «Грошик», который находится город Солигорск, Республика Беларусь. Сегодня привез нового товара. Давайте посмотрим, что есть на полочках. Покажу вам полочки с товаром для домашних питомцев. Я не знаю, это дешево или дорого, потому что я не покупаю. Поэтому сравнивайте цены, ставьте на паузу. И решайте, стоит покупать в этом магазине или, может, стоит все-таки пройти в специализированное. Зашли в отдел холодильника. Сегодня очень много людей. Поэтому, чтобы не мешать покупателей, я вам вот показываю, что здесь продается. В основном продукция наша белорусская. Вот цены. Различные виды. Фарша есть. Разная цена, разный состав. 6,99 продается филе цыпленка бройлера. Наша белорусская. Если кто-то покупал, скажите, на вид она более розовая, красивая. Купили вот этот венгерский сервелат, нам посоветовали. За 300 грамм мы отдали 2,99. Первый сорт. Разрезала. Очень жирный. Мне он не понравился. Никому не советую. А килограмм получается 9,96. Город Быхов. Кофе 9,99, смотрите, вес 5,59, 95 грамм. И Джардин тоже 95 грамм в баночке этой. Печенье наше белорусское, чернослив 900 грамм. Будьте внимательны, когда будете покупать вот эти пряники. Дело в том, что 1 килограмм стоит 4,69, но здесь 3 килограмма. И вам на кассе придется за эту упаковку отдать 14 рублей 7 копеек. Сахар чуть дешевле, чем в сетевых магазинах, поэтому смотрите цену. В основном Скидель, Городея. Ну, немножко разница в цене есть, чуть-чуть дешевле. Огромный выбор растительного масла. Я вам показываю цену. В основном российский производитель. Смотрите, какое вам нравится, какому вы даете предпочтение, и выбирайте. Каролина. 800 миллилитров, 3,05. Голден 802,99, 3,29. Заглянем давайте в холодильник. Рыба продается. Ну, хочу сказать, не лучше или не хуже, как в других магазинах. Тоже вся перемороженная. 5,59. Это скумбрия лежит. Минтай 3,69 за 1 килограмм. Смотрите. Тоже перемороженные. Шампиньоны 6,99 в грине дешевле. Огурцы довольно-таки плотные, неплохие. Цена 4,79. Помидоры стояло две цены, 4,99 и 3,59. Я так и не поняла, к чему какая относится. Сейчас вам покажу еще раз. Вот тут гранаты 3,99. Чтобы выбрать хорошие, надо очень постараться. В основном одно гнилье. Ананас 1 килограмм 3,19. Лимоны 2,99 за 1 килограмм. Тоже качество оставляет желать лучшего. Мятые, перемятые. Мандарины 3,09, 1 килограмм. Кто-то рядом сказал, что много косточек. Ну, морковка нормальная, 59 копеек. И свекла 75. Выбирайте, покупайте. Отдел хозтоваров. В основном китайские. Производитель, чайники электрические, обыкновенные чайники, термос, посуда 4,39 за 5 штук с крышечкой. Вот они здесь есть.
Носки мужские носки, 100% хлопок, изготовитель Узбекистан. В основном 29 размеров. Может быть, еще там есть и другой размер. А это уже теплые носки. 50 хлопка, 47 полиэстера, 3 эластана. Производство Украина. Размер 29, может быть, внизу, снизу другой размер. Женские носки 79 копеек. Хлопок, полиэстер, эластан. Производитель Украина. А вот это уже теплые носки. Розовый цвет. В составе хлопок и полиэстер. Размер 23-25. В середине они махровые. Резинка сделана аккуратно. Есть здесь маски одноразовые, поэтому, пожалуйста, смотрите. Если кто-то не купил, можно купить. Салфетки влажные детские есть. Вот я вам показываю цену. Ну и губки 0,55 за 5 штук. Они довольно-таки неплохого размера. Получается, одна стоит 11 копеек. В короне 97 копеек. Ну и различные гели для стирки. 2 штуки 31,99 копеек. Это российские. И другие синтетические моющие средства. Это польские. Ну, товар выставляли, вешали ценники. И невозможно было понять, к какому товару относится тот или другой. Поэтому я снимала цену и пыталась, чтобы цена соответствовала то, что я показываю. Поэтому смотрите внимательно, останавливайте на паузу. Вот здесь хотела показать состав, ну, как всегда, очень мелко написано, ничего не понятно, что и как. Ополаскиватель Ленор, 4 литра, скандинавская весна, 6,99. Рубль 74, получается 1 литр. Средство 450 миллилитров, 2,49 ферри. Ну и порошок в ведре Танго, здесь его 5 килограмм. Не знаю, ни разу не покупала я его. Но, судя по пустой коробке, брали его неплохо. Это жидкое моющее средство, мыло Алоэ Вера. Получается 1 литр 95 копеек. Здесь 5 литров. Щетка зубная 89 копеек. Это очень дешево. Средней жесткости. Колгейт ополаскиватель. 3,99. Зубная паста. Рубль 79. И другого вида рубль 99. Бережное отбеливание. Есть выбор мыла. Вот цена. Смотрите его. На этом до свидания. До новых встреч.